Всем привет, мои дорогие мальчики и девочки. Отвела Дэвида в школу и сейчас буду готовить. Смотрите, вот эта кастрюля я вам уже показывала, называется slow cooker. Готовится медленно еда, но очень вкусно. Значит, что буду сейчас делать? Ну, во-первых, покупаю специальные специи для такой кастрюли. Будем готовить курицу. Женечка за меня крутится, кстати, заболел. Ребят, вот съездили в гости, видите, как вы там мне кричите. Чего не приглашаете, сами ездите. Ну, а что, ребят, вот заболели все. Хорошо, Дэвид еще держится, а я вот точно заболею после Джона. Так, все, выложила курицу. Смотрите, отлично. И теперь выкладываем овощи. Лук и морковка, потому что он больше ничего не ест. Я бы, конечно, сюда и перчика там, и еще всего нагрузила бы. Цукини бы добавила, там, грибочков. А он не ест. Поэтому и получаются такие блюда, знаете, скучные. Теперь мне нужна его помощь, потому что я все время забываю, как включать эту штуку. So first you have to plug it in. Okay. Like this. Okay. Right, like that. Uh-huh. And then? Power. Now, power. See, I never remember, so I have to mess with this. Включаем. So... We like to do probe rate. You could change it to 8 hours and then enter again and it's cooker. Oh, cool. Did you? Yeah, I did everything. It's on top. Yes, there? Yes. Just close it. Так, ну вот, отлично. Через 4 часа будет вкусняшка. Оставила мужа дома. Болеет. Сделаю ему чай, ребят, с медом, с лимоном. Говорю, пей чай. Американцы вообще чай очень редко пьют. В основном только кофе. Да. Ну вот я вам и говорю. Вот так сходили в гости. И между прочим, вот я вам не говорила, но думала, да ладно, не буду уж. Никто не заболеет. А вот и заболели. Ну, Джон. А после Джона я всегда болею. Когда мы пришли в гости, ну, они нас встретили. Он был на кухне, готовил. Он всегда готовит. Она никогда не готовит. Значит, она была в душе. И вот она пришла, и она говорит: ой, я целоваться не буду. Ну, у них принято, знаете, при встрече, там такой чмок-чмок. Целоваться не буду, потому что я на антибиотиках. И дочка тоже. И мы с Джоном так переглянулись, и я так подумала: ну все, капец, теперь мы заболеем. Ну, в общем, вот так. Не знаю, ребят, вот понимаете, для меня это, в принципе, ну, неправильно. Потому что если у тебя болеет ребенок, и ты болеешь, тем более это антибиотики, значит, болезнь такая прогрессирующая, и которая нуждается в антибиотиках. Еду, ребят, одна в магазин, в зоомагазин, но в другой, который называется Petco. В Америке он очень популярен, сетевой магазин. Я думаю, что в других штатах он тоже есть. Вот, в тот магазин, который мы ездили, покупали гаппис, я сегодня не поеду, просто я хочу сравнить цены, потому что, девочки, вы правы, ну и мальчики тоже, хочу присмотреть стеклянный аквариум, потому что вот эти аквариумы пластиковые, вы знаете, после того, как я пару раз помыла, они меняют вот этот вот, ну как, ясность, четкость, мутнеют, другим словом, то есть появляются даже какие-то царапины. Вот такая вывеска, Petco, вот сам магазин огромный. В этот раз я решила в другой заехать. Мне кажется, что здесь выбора больше. Но идем посмотрим, что здесь предлагают. Ну да, достаточно большой магазин. Так, ну вот как раз отдел фиш. Сейчас посмотрю что-нибудь. Всякие разные аквариумы. Так, смотрите. Декорации различные. Да, хорошо, здесь и народу мало. Так, вот то, что мне нужно. Смотрите-ка, вот есть камушки вот такие. Очень даже прикольные. Угу. Да, или вот такие, или они одинаковые. Вот, вот это вот мне нравится. Потому что у нас вот такие. Что-то как-то я не очень-то рада. Вот можно такой большой пакет взять, видите, за 24, сколько там, 99. Вот эти тоже симпатично смотрятся, я видела на видео, очень даже прикольно.
Вот эти вот как галечка. Смотрите, такие прям. Выбор есть. Можно еще большие взять. За 4,99. Видите, какие. Или тупо поехать на океан и самим насобирать, как вы говорите. Вот есть вот такие яркие. Но мне кажется, с ними так вот глаза режет. Прям капец. Но, во всяком случае, мне. Вот это вот для неоновых аквариум. Такие всякие красивые. Малюхонькие. Ой, вот эта красотень какая. Какая прелесть, девочки, мальчики, смотрите. Интересно, это обычная вода им нужна или соленая? Вот это класс, рыбки, да? Что скажете? Что-то ценники на них такие непонятные. 9-10. А вот здесь, наверное, малечки. Да. Вот эти вот крутые, мне прям вообще-вообще нравятся. Слушайте. Так, вот они наверху. Красотульки. Вот мне почему не нравятся голдфиш, они такие пузатые. И морды у них большие. Растения. Вот, пожалуйста, $7. Да. $3. Так, ну что, пройдем по аквариумам. Так, тоже пластик, ребят. Или стекло? А может и стекло? Вроде как стекло. Вот этот вот классный. Да, у меня тут разбежались на аквариумы. Вот еще вообще здоровенный. 29 литров аквариум. Все уже прилагается. И фильтр, и нагреватель. И сколько такой стоит? Где тут ценник? 20% скидка. Не пойму. Так. Ну да, что-то непонятно. Ну ладно, сейчас разберусь. Есть тут еще такие маленькие аквариумы. Совсем махонькие. Видите, для одной рыбки. Ну, мне кажется, это совсем мало для нее. Ну куда это? Совсем крохотный. Временно, может быть, да. Так, а как наш есть? Да, вот он, как наш, 5 галлонов. Ну, я говорю, надо вот, ребят, хотя бы 8 галлонов или 10. Вот тоже неплохо смотрится, мне нравятся. Вот такие вот, как куб высокий. Гонять по всему дому. Они такие классные-классные, но вонючие. Да. Так, что тут еще, ребята? Для птичек, для собачек. Всякие игрушки-погремушки. Так, мне понравились эти рыбки. Вот жду консультанта, чтобы рассказал мне, сколько можно таких, на какой аквариум. Смотрите, какая прелесть.